клетчатая рубашка, спортивный велосипед, крепкие мозолистые руки и мудрый взгляд. Так можно охарактеризовать человека, о котором сейчас пойдет речь. В далеком 86-м году он, простой киномеханик, изменив кино в пользу театра, пришел на работу в «Золотой ключик» и возглавил техническую службу детского театра. Отчего так произошло? Сейчас, спустя 23 года, судить сложно. Но одна из причин – это та душевная доброта и чистосердечность, которая присуща этому человеку. А еще безграничная любовь к детям. Руководитель технической службы Международного детского центра комплекса «Золотой ключик», лауреат премии имени Дувана Игорь Васильевич Бедарев отмечает в этом году 70-летний юбилей. Он, как дорогой коньяк, с каждым годом становится лучше и лучше. Седина украшает его волосы. Морщины говорят нам не о возрасте, а скорее о бурной молодости, потому что появляются они в основном, когда он улыбается. Мудрые глаза намекают на то, что есть еще порох в пороховницах. По сегодняшний день Игорь Васильевич, работая в ключике, выполняет функции не только руководителя, но и сам сидит на спектаклях за пультом, сам занимается содержанием и обслуживанием оборудования. Порой, сравнивая наш театр с одноименной сказкой, мы сравниваем нашего Игоря Васильевича с папой Карло. Скромный, сдержанный, интеллигентный трудяга, который постоянно чем-то занят. 23 года, 113 премьерных спектаклей, 14 международных фестивалей, километры проводов, тысячи штекеров, сотни прожекторов и ламп. И это только начало, а точнее продолжение долгой и счастливой творческой жизни, продолжение истории нашего театра. Истории, которая создается на глазах руками таких людей, как Игорь Васильевич Бедарев. В последнее время что-то очень часто вспоминаю и рассказываю, потому что как бы ваш юбилей, и многие задают вопросы, и приходится на них отвечать. Очень часто вспоминаю, особенно, конечно, первый год, когда мы открыли театр, первое лето, шел спектакль, и мы всегда стояли у окошка и слушали эти звуки, которые доносятся из зрительного зала. Аплодисменты. А помните, как бегали за Буратино, за Базилио, за Лисой Алисой, и весь зал вставал, вскакивал. Какой был интересный спектакль, как он был очень эмоционально насыщенный. Ну, а самое первое яркое впечатление и воспоминание, конечно же, вот первая встреча. Мы пришли в зрительный зал, и доски уже были сорваны, и Андрей и Сергей маленькие бегали. И вы все время переживали, чтобы они не наступили на гвозди. И меня это очень тронуло. Я не знаю, 23 года много это или мало, но тем не менее для человеческой жизни это, конечно, большой срок. И я очень рада, что все эти годы вы были рядом с нами и есть рядом с нами.
И мы работаем в своем театрике. И я всегда говорю, уходить-то только, в общем, работать до конца, сколько сил Бог даст. Я хочу в этот прекрасный юбилей пожелать вам прежде всего, конечно же, здоровья. Дай Бог вам здоровья, долголетия, сил, энергии, хороших людей рядом с вами и благополучия в вашей семье. Храни вас Господь. Дорогой наш Игорь Васильевич, вот и настал тот день, когда мы можем смело сказать вам слова поздравлений, и поздравлений не просто рядовых, обычных, потому что этот день рождения ваш, он не совсем обычный, он кругленький, да еще и такой кругленький, у половины человечества цифра 7, любимая цифра, и у меня в том числе. Я считаю семерку счастливым числом, а у вас она еще и с нолем, то есть в 10 крат выше, и, соответственно, счастливее. Поэтому для меня особенная честь, гордость и удовольствие сказать для вас сегодня искренние слова поздравлений. Мы вас очень любим, мы безумно ценим ваш труд и то, что вы делаете для нашего театра, для нашей семьи, для нашей большой общей семьи под названием «Золотой ключик». Вы с первого дня в нашем театре, и бывало много всяких ситуаций, моментов, но, несмотря ни на что, мы вместе, и вы вместе с нами. И дай Бог, чтобы так было, ну, еще как минимум лет 30, вот, потому что без вас мы чувствуем себя какими-то беззащитными и никчемными, да? Вот это невысокие слова, я вижу, что вы улыбаетесь вот в этот момент особенно. Я говорю искренне и хочу, чтобы наша с вами общая любовь была безгранична и бесконечна. Вот. Говорить вам, чтобы вы оставались таким, какой вы есть, довольно глупо, потому что вы и так оставались и остаетесь таким, какой вы есть, настоящим, добрым, мудрым человеком с платиновыми руками, человеком, который никогда ни в чем не отказывал и который всегда придет на помощь и всегда поддержит. И повторюсь, мы вас очень-очень любим. С днем рождения! Уважаемый Игорь Васильевич, позвольте поздравить вас с днем рождения, пожелать вам богатырского здоровья, пожелать вам сил, пожелать вам, в общем, много-много всего хорошего. И я хочу, чтобы, в общем, хочется поблагодарить вас за понимание, за тактичность, за то, что вы вот такой хороший. И, Игорь Васильевич, доброта ваша, пусть вам благоденствие, понимание близких и знакомых обрушится на вас лавиной и продолжает, и будете идти с этим даром в течение многих-многих лет. Счастья огромного вам, здоровья, безоблачной любви. И я думаю, что вы с нами еще будете долго и долго, и мы от вас будем учиться и будем брать самое лучшее, что есть в вашей жизни, что есть в вашем замечательном характере. С днем рождения! Мы вас очень любим. Всех благ! Сегодня в волшебном доме сказки большой праздник. У самого главного волшебника сегодня юбилей. Разрешите мне от имени большой актерской семьи всех, я, конечно, не волшебница, но разрешите мне от имени всех ключиков поздравить вас с днем рождения. Я желаю вам чуда, дорогой наш волшебник. Чудо. Верьте в сказку и оставайтесь всегда таким молодым. Милый Игорь Васильевич, я хочу от души вас поздравить с вашим днем рождения и пожелать вам самого-самого хорошего. Так как я с вами работаю уже 11 лет, я могу сказать только одни добрые слова. Вы хороший человек, отзывчивый, порядочный, честный, доброжелательный,
С вами очень хорошо, легко работать. Вы ответственны, все выполняете, все делаете с душой. Дай Бог вам здоровья, многих лет жизни, и чтоб все вокруг к вам так же относились, как вы к людям. Мы вас все любим. Дорогой наш Игорь Васильевич, мы вас очень любим. На самом деле это так. Мы вас так давно знаем, и лично я с малых лет. И я хотела бы вам пожелать много-много здоровья, много-много терпения и побольше оптимизма в нашей жизни. Дорогой Игорек, поздравляю тебя с твоим юбилеем, чтобы ты был еще здоровый, еще долго-долго здесь работал. И тебе спасибо, что я здесь 20 лет. Благодаря тебе работаю. Дорогой Игорь Васильевич, вот уже 15 лет почти мы вместе работаем, бок о бок. И мне всегда было легко и просто с вами работать. И как с человеком, и как со специалистом. Недавно, помню, вроде бы праздновали ваши 60 лет, а уже пролетело 10 лет, как будто их и не было. Надеюсь, что мы еще и 80 ваш следующий юбилей вместе будем здесь праздновать в стенах Золотого Ключика. Желаю вам счастья, здоровья, здоровья, крепкого-крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. И чтобы вас всегда так любили, как любят вас и мы все, и ваши дети вас любят и уважают, чтобы всегда у вас все хорошо было. Я вас очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо большое за то, что у нас есть. Дорогой Игорь Васильевич, от всей души поздравляю тебя с твоим юбилеем. Желаю тебе крепкого здоровья, еще долго-долго трудиться в нашем театре. Ну, что тебе еще пожелать? Ну, желаю тебе того, что ты сам себе желаешь. И оставаться всегда таким же оптимистом, молодым, энергичным. Всего самого наилучшего. Дорогой наш Игорь Васильевич, мы вас очень-очень сильно любим, уважаем. Дорогой вы наш папа Карло, которого любят все женщины, дети, собаки, кошки. Вы самый добрый в мире человек, которого я только знала на этом свете. Я желаю вам счастья, любви, здоровья, добра, благополучия в семье, внукам, детям. И чтобы следующий юбилей мы встретили еще раз через 10 лет, как и было прошлые 10 лет, теперь уже через 10 лет, чтобы вы были также здоровы, красивы, молоды душой, телом и никогда не менялись. Я вас... Уважаемый наш Игорь Васильевич, мы вас любим, ценим и желаем вам достатка во всем, здоровья, естественно, в деньгах, чтобы вы никогда ни в чем не нуждались. Ну и, конечно, везение, благополучие. Ну, коллектив у вас хороший, вас весь любит. Вот, так что добра вам, счастья, благополучия. И работаете еще много-много-много лет. Здравствуйте, дорогой Игорь Васильевич. В этот день, когда вы будете смотреть эту киноленту, мы хотим, не знаю даже, может, пожелать неинтересно, все желают. Мы хотим восхититься. Мы хотим восхититься вашими человеческими качествами, потрясающими трудоспособностью, жизнелюбием и чувством надежности, которое вы вызываете в окружающих. Когда бы, при каких бы обстоятельствах, как бы, что бы ни случилось, мы всегда уверены в том, что в вашем лице найдем поддержку как старшего товарища, так и просто друга. Хорошо. Пожелаю вам здоровья и возможности хорошо отдыхать. Хорошо отдыхать, ездить на курорты. Ну и что еще? Ну, вырази радость, что Игорь Васильевич с нами. Ну, и мы с ним. Что мы с вами. Мы рады, что мы с вами, а вы с нами.